Большие снежные сугробы и слякоть – все это, к сожалению, стало печальной действительностью на дорогах города. Водителям же приходится со всем этим только мириться. Они проезжают мимо обочин дорог, где слой снега достигает десятки сантиметров. А на платных парковках водители лавируют не только между машин, но и сугробов. Местных жителей качество уборки улиц не устраивает. Вы довольны уборкой снега в городе? Не очень. Почему? Потому что не убирают не везде. Вот междворовые вообще не чистят. Колен снег и вода, и не поймешь, что. Его надо, конечно, каждый день минимум по два раза надо убирать. Потому что и ледяная, и ногу может перевернуть, может упасть. Очень опасная вот сейчас погода, очень опасная. Ну, не до конца. Прямо на шлак у нас плохо убирают. Так что не очень, если честно. А как вы считаете, где самое чистое место в городе? Ну, центральные улицы более-менее, так еще скажем. Не очень. А почему? Шоссейные дороги большие, вот, еще очень заснеженные. И около остановок очень много воды. Тяжело людям переходить, особенно в пожилым. Как вы считаете, где самое чистое место в городе? Площадь Ленина. Самым чистым местом они назвали центральные улицы. Площадь Ленина победила единогласно. Но в прогулке по городу можно заметить и другое убранное место. Это дороги около администрации города и правительства области. Снег здесь найти сложнее, да и те же платные парковки выглядят куда опрятнее. Чего не скажешь об остальном городе, а тем более о его периферии и о ЧП, связанных с большим количеством осадков. Такого снегопада не выдержал и забор. По предварительной версии, он упал именно из-за снега. Сейчас он мирно покоится на земле. Местные жители рассказали, что снегоуборочных машин они за целый день практически не видели, а горы снега так и лежат на дороге. Понятно, что платные парковки очистить от осадков сложно. Автомобили постоянно сменяют друг друга. Вот только делить свое место на платной парковке со снежными сугробами не так уж и здорово. В чем сложности с очисткой дорожного полотна местные жители понять не могут. Но они продолжают надеяться, что в скором времени количество снега заметно уменьшится. Ведь с каждым днем таких осадков будет становиться все больше и больше. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».